Всем привет, с вами Влад. Это видео я снял в 0:20 по московскому времени где-то. Мы просто развлекались в Дискорде. Если что, мой Дискорд сервер в описании. Можете с нами развлекаться и случайно попасть в мое видео. Есть над чем поугарать, так что всем приятного просмотра. Что у вас тут происходит? Здравствуйте, да, я здесь. Что вы а сделали? А там миллион наковальни. Да? Слушай, а если я сделаю так? Мне кажется, там было две наковальни, потому что всего две упали. Он сломал паутин. Все, смотри, удалено 162 предмета, всё. Ай, начистил. Димпл, Димпл, нет, вот, смотри. А я могу в них вселиться? Все, мне хана. Пробей аптечку. Ну-ка, а я умру от этого? Ну-ка, интересно, смотри, смотри. Я не умираю. Вывалилось, кстати, 32 штуки, нормально. ТП все варп... Казик? Я могу дверь открывать? Чего? Дядь, я отжал, погнали. Тут региона нету ни одного. Вы можете ломать этот регион. Все, погнали, погнали, погнали. Тихо, не бей! Тихо, 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 тихо. ГМ-1. Все, я выжил. Чего тебе? Это гриф. Смотри, все они за приватной территории, попавшие под приват другого игрока, становятся его собственностью. Чувак просто зафигевает, казино немножечко сломалось. Чуть-чуть совсем. Михаил приват, сейчас я тут будет отвечаю. А, это ты же шкильник. 50 вниз. Во, все, а теперь... Сейчас время 0:24 по московскому. Меня забанили. Да ну, а за что? Иксанбан прописываю, не... Вы меня забанили, я тебя люблю, твой фанат. А он мне навсегда дал бан, вырубите мне бан. Все, все. Меня, кстати, чувак тэпнул просто к себе и говорит, что он мой подписчик, вот он. Серьезно? А кто зашел? Это фанатка Давида. А, точно. Все, это теперь больше тут нет ничего. Че так? Он щитам еще прикольно. Хера, кстати, крутой. Смотри, смотри, летает. Чуваки, чуваки, кто дружит ПТС? Давайте сразу к нему. Ты видишь, что она с вами происходит? Лагает все. А я Рич? Я, блин, подписан как Рич, блин, это плохо. Так, барс префикс. Я думаю, что он подумает, что меня повинили. Я скажу так именно, если он не поймет. Я ему говорю, свой ДС скажи. Там, походу, другой человек с ним дружит. С Ричами дружить не хочет. Ну ты ж барс. А, да. Опачки. Я тэпнулся к людям, у них такие интересные картинки тут. Так, я ударил молнией игроком Романа. Кто-то тут тоже есть, да? Да, 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 я. Вот боги гневаются. Это по факту. Здесь. Саня. Ну давай. Смотри, 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 смотри. Ты видишь меня? Да на тебя увидели. Не, по тебе не видит. Кстати, брат, а давай сейчас вот так сделаем? Вообще-то я от тебя заразился, ты инвалид. Вы поженились в Майнкрафте, что? А почему бы и нет? Кто из вас девушка? Он. От вас такие сердечки идут беспалевные. А, да? Да нормально, вот так. Вы что, снимаете? Господи, да, мы снимаем штаны, да. Да, перед вами. О боже, не надо. Она взяла вышло. Год в мобах придем, возьмем себе годку и придем в крипера. Кстати, да. Короче, я сейчас моб подрублю. Я буду крипером. Ваниш, вырубаем. Все, я иду к ним. Я крипер? Он в чате пишет. Я не понимаю, я крипер или нет. А если я вижу? Привет. Два крипера. Как понять, кто он... я? Да, ты крипер, ты крипер. Чекайте, что он пишет в чате, смотрите, нафиг мне они. Я сейчас ему кину вот это и вот это, вот, смотри, он сейчас поймет, что надо делать. Махаем головой, он... махаем головой. Да, махаем головой. Давай-ка, махаем, махаем. Придобимчика чисто. Го в украинскую бимбу. Летаем, 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 смотри. Хороводы, будем хороводы, кстати. Так, чё, куда он пошёл? К нему, к нему, к нему. Был бы доступ к РК, мы такое тут открыли. Летучая мышь, давайте. Третья строка права. Я сейчас свинья, я надеюсь. Он спать хочет, давайте кровать. Напишите кто-нибудь, сколько ему лет вообще, мне интересно. Подожди, книга с пером, есть такое? Можно? Нет, 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 нельзя. Во, я телепортировал его. Так, сколько тебе лет? А, нормально. Все нормально, бесполезно. Ты его убил, дебильчик. Мышки родили. Мышки реально родили ведьму. Я предпочитаю пауков. Окей, поехали на пауков. Не летаем. Капец, вы такие большие на самом деле. Как кто-то топнулся. Ты кто? Тихо-тихо, Владку. Спам, спам. Все, туда, туда. Он паук, он паук. О, все, он тоже паук. Звуки на полный включил. СБР. Фу, господи, оно так противно. Котятами, давайте котятами. Вот смотри, у нас три маленьких и одна большая. Что это такое? Охренеть, ботов тут. У меня весь сервак лег. Народ, эти боты прыгают, вот они. Смотрите на спавне, вот они. Капец, это видео надо по-любому Айдар отправить. В общем-то, на этой ноте я хочу сказать то, что наше видео подходит к концу, потому что боты начинают крашить сервак. С нами был кто? Шкильник и... Формаклот, реально. В принципе, что могу сказать? Всем пока, сервак крашился, все. А, все, я опять спавн ломаю, понял.